Добрый день, дорогие! Добрый день! Наконец-то я попала на фестиваль «Спевучие ветрыла». Много раз собиралась, несколько раз меня приглашали, но все как-то не удавалось. И вот теперь виртуально я с вами. Я спою песню Олега Рубанского на стихи Александра Николаевича Вертинского. «Детский городок». Строили дети город новый из морских голубых камней. Догорал над ними закат лиловый, замирал в лесу соловей, замирал в лесу соловей. И один сказал: мы тут вал нароем, никого не допустим к нам, ни людей, ни зверей, и дома построим мы для тех, кто без папы мам. А другой сказал: нас очень много, этот город будет мал, а давайте мы лучше попросим Бога, чтобы он нас к себе забрал, чтобы он нас к себе забрал. Мы солнце костер разведем под небом, будем шапкой луну тушить, и большую медведицу черным хлебом будем мы по ночам кормить. А-а-а-а-а-а-а. Там есть ангелы, вроде как люди, но птицы, пусть они нас научат летать. Печально и строго: этим ангелам я не рад. Вот они мне уже оторвали ногу, бомбу бросили с неба в ребят.